Поддержка рода 5. Сегодня мы поговорим про будущее. Вот она снова линия жизни, 0 лет. Моя линия жизни 14 лет. Вот здесь где-то нахожусь я. Но вот только если я буду идти прямо, никуда не сворачивая, просто в будущее, выбирая самый легкий, простой вариант, то ждет меня куча проблем. Вот кучу я здесь и нарисую. Как же мне обойти эту кучу, даже к ней не прикасаясь? Для этого вспомним эту главную аналогию, что будущее – это некое зеркало. Мир как зеркало мне говорит: ты не один здесь стоишь. У меня за спиной есть мама, есть папа. Ну, у меня в данном случае есть еще брат, поэтому я тут двух мужчин рисую. Еще у них есть за спиной мамы, папы. Тут мамы, папы, короче, очень много людей. И в этом видео я дам общую формулу, а уже в следующем видео я ее более конкретизирую. У нас бывают разные типы проблем. Одни проблемы – это проблемы в отношениях и здоровье, а другие проблемы – это с финансами, с успехом и так далее. И если у нас вот здесь, если у нас с женщинами в роду было что-то не очень хорошее, то и это будет бить по отношениям, то есть, соответственно, будут некие проблемы с отношениями. А если что-то с мужчинами в роду, то, соответственно, это будет как-то бить по финансам. И прорабатывая вот эти вот отношения, либо с женщинами, либо с мужчинами, я автоматически, даже не прикасаясь, убираю ту кучу проблем, в которую я мог бы вписаться, влететь, и мне бы пришлось с этим справляться. Я, конечно, могу быть клевым, я могу быть замечательным, с улыбкой на лице встречать проблемы, но что, если мне не хочется вообще, в принципе, на своем пути встречать проблемы? И, кстати, мама, папа и вообще близкие люди, которые обо мне заботились, у них вообще на уровне инстинктов вот это есть пожелание мне хорошего. То есть они тоже хотят, чтобы на моем пути все было замечательно. Но все-таки эти проблемы встречаются. Как же их убрать с помощью таппинга? В прошлый раз мы начали прорабатывать отношения с папой. Вот есть папа, папина линия жизни. Есть, кстати, еще линия жизни моего брата. И есть моя линия жизни. Что мы делаем? Мы исцеляем сначала свои аспекты, а потом мы еще исцеляем аспекты тех мужчин, которые стояли у меня за спиной. Мы, в принципе, можем даже с ними не общаться, не разговаривать, потому что очень трудно разговаривать, общаться с человеком, который находится в стрессе, у которого постоянная депрессия, либо злость, либо какие-то негативные состояния, и такой человек не идет на контакт легко. И я пробовал, я пытался, честно, у меня не особо получилось, и в результате, налаживая отношения свои, налаживая отношения своих клиентов, когда они налаживали и писали классные отзывы о том, как потом поменялось, мама, папа, там, близкие люди, мы приходили к результату, и мои клиенты приходили к результатам. Но эти результаты не похожи на вот эти картинки счастливой семьи, то есть вот этот образ, с которым не нужно пытаться отождествляться. Мы не разговаривали, мы делали таппинг, мы простукивали, потому что когда человек в негативном состоянии, когда здесь есть у меня, у моего аспекта тоже неприятный негативчик о том, что там происходило, ведь не просто же так тут негативчик, тут действительно могли происходить очень серьезные события. Так вот, нам не нужно общаться, нам нужно именно вывести состояние своего аспекта в хорошее состояние, а потом состояние еще и этих людей. И когда здесь будет плюс у человека, он будет представляться за спиной, а еще лучше, чтобы много этих людей, и братья, и дедушки, и все-все-все, тогда здесь куча проблем, которая могла бы быть, она куда-то девается, и начинают появляться все больше и больше деньги, и успех. Автоматически Вселенная сама находит тебе лучшие варианты, предлагает лучшие варианты, и они прямо перед тобой открываются. Куда ты идешь, вот там они и оказываются. Это точно так же, как если бы раньше ты все время наступал в кучу, даже если пытаешься ее обойти, то теперь ты все время попадаешь в успех, даже если ты не ждал этот успех, не собирался или даже пытался его обойти. Он все равно тебя настигает, потому что вот здесь у тебя все отлично. И то же самое у нас с женщинами, с мамой, бабушками и сестрами и так далее. То есть наша задача
вывести вот это вот ее состояние, состояние ее аспектов в хорошее. И когда у нее хорошее положительное состояние, у меня хорошее положительное состояние, тогда возможно общение. Потому что когда у кого-то из вас негативчик, ну, общаться просто трудно. Трудно наводить эти мосты, трудно делать вот эти связи, соединения. Поэтому пока можешь даже не пытаться, если не получается, если тебе представляется, особенно папа, дедушка, еще кто-то там негативищем, ну, как бы, может быть, и рано даже идти на контакт. Сначала простучи, а потом можно идти на контакт, совсем другое общение будет. Ну и, соответственно, чем больше здесь, чем счастливее будет твоя мама, бабушки и так далее, сестры, тем больше будет. Но имей в виду, что мы делаем их счастливыми не тем, что мы исполняем их желания, не тем, что мы делаем так, как она хочет. Неважно, в живых они или не в живых, потому что ты можешь их представить, ты можешь повернуться и посмотреть. И вопрос-то, собственно, в том, как я представляю. То есть мы берем ответственность за свое представление, за свое содержимое нашего лимбического мозга, а как я представляю себе маму. И когда кто-то из нас, либо мой аспект, либо мама, а скорее всего и те, и другие, и аспект, и мама находятся в негативном, плохом состоянии, то наводить мосты очень сложно, эти мосты рвутся. Когда же мы выводим себя в хорошее состояние, а потом еще и маму, то делается намного легче наладить это общение. И нас, в принципе, интересуют даже не сами вот эти слова, а именно сам факт того, что у меня за спиной она ощущается, чувствуется счастливой. И для того, чтобы она ощущалась, чувствовалась счастливой, нам не нужно делать то, что она хочет, нам не нужно быть манипулируемым ей, я желаю тебе лучшего будущего, поэтому делай, как я скажу. Нет, это не про это. Мы не пытаемся делать ее счастливой, соответствуя ее ожиданиям. Мы просто делаем свои аспекты счастливыми, раскрывая их, а потом, благодаря энергетическому уму, быстро находим, что нужно дать маме. Потому что мы можем не всегда знать, что ей нужно, но мы можем спросить об этом. Можем не гадать, можем просто спросить, дорогой энергетический ум, что нужно дать нашей маме, или бабушке, или сестре, или прабабушке, или прапрапрабабушке, или, кстати, всему нашему роду. Но мы к этому дойдем чуть позже. В ближайшие дни передо мной стало больше открываться каких-то возможностей, и я начал наблюдать за собой, а как чувствую себя я, когда я начинаю получать чуть больше, чем обычно. То есть, как я отношусь к вот этому аспекту, который получает? Давай сегодня позволим этим аспектам, которые получили, которые получают, чувствовать себя хорошо. Простукивай по ребру ладони. Я выбираю радоваться получению. Я выбираю глубоко и полностью любить и принимать себя. Я выбираю радоваться получению. Я выбираю глубоко и полностью любить и ценить себя. Я выбираю радоваться получению. И похоже, у меня за спиной есть аспекты, которые испытывают дискомфорт, когда они получают то, чего они хотели. Они получают поддержку. Все складывается легко. Они получают женскую энергию. Они получают замечательные отношения. Они получают любовь и заботу. Они получают отличное здоровье. Аспекты получают мужскую энергию. Они получают признание и успех. Они получают деньги. Легко. В бесконечном количестве. И похоже, какие-то аспекты у меня за спиной начинают скукоживаться. Начинают стесняться и зажиматься. Вот реакция моих аспектов на получение. И я принимаю все эти аспекты. Я выбираю радоваться получению.
Я выбираю глубоко и полностью. Любить и прощать и принимать себя. И все эти аспекты у меня за спиной. И все, кто с этим связан. Поначалу брови. Вот они, эти аспекты. Край глаза, который вызывает во мне такие реакции. Под глазом я бы чувствовал себя хорошо. Под носом при получении всего, чего я хочу. Подбородок при легком и чудесном получении. Хочется при неизбежном получении. Под рукой, но и эти аспекты. Макушка рассказывает мне свои истории. Сначала брови, они закрывались. Как глаза от энергии мамы, бабушек и сестер. Под глазом аспекты закрывались. Под носом от энергии папы, братьев и дедушек. Подбородок, и эти аспекты до сих пор. Учиться не хотят получать. Под рукой они слишком в стрессе. Макушка, интересно, что нужно этим аспектам? Сначала брови, я люблю и принимаю эти аспекты. Край глаза, и если передо мной в будущем? Под глазом мало хорошего. Под носом пришло время задать вопрос про эти аспекты. Подбородок, что это за аспекты? Включиться, и как я могу их исцелить? Под рукой, чтобы они были счастливы и открыты к получению. Макушка, чтобы они чувствовали благодарность и признание. Сначала брови, чтобы они были счастливы и веселились. Край глаза, чтобы они наслаждались получением. Под глазом, чтобы они с благодарностью получали. Под носом, чтобы они чувствовали удовлетворение и удовольствие от получения. Подбородок всего-всего замечательного, что здесь есть. Учиться, я принимаю эти аспекты у меня за спиной. Положи руки на грудь. Давай спросим наш энергетический ум, что нужно этим аспектам, чтобы они тоже открылись получению. Больше заботы. Я хочу больше заботы этим аспектам. По макушке. Я хочу больше заботы этим аспектам. По третьему глазу. Я хочу больше заботы этим аспектам. Начало брови. Я хочу больше заботы этим аспектам. Край глаза, я хочу, чтобы они видели, что им дают с радостью. Глазом, я хочу, чтобы они чувствовали, что они на самом деле ничего не должны. Под носом, я хочу, чтобы они ощущали, что они могут не зажиматься. Подбородок. Получать и получать, не зажимаясь.
учиться, я хочу, чтобы это было естественнее для них. У тебя, возможно, идут какие-то твои ответы, озарения, что нужно дать твоим аспектам. Ты можешь простукивать свое сейчас, а можешь повторять просто за мной. Большому пальцу. Я хочу, чтобы они чувствовали радость. По обязательному больше им позволения. По среднему больше им разрешения. По безымянному больше им какого-то восторга. По мизинцу. Больше счастья аспектом. Больше чувства, что точно не убудет из семьи, если они будут получать больше. Давай положим руки на грудь. И в сегодняшнем таппинге нам нужно хотя бы чуть-чуть охватить отношения с кем-то, потому что улучшение отношений у меня за спиной сразу же улучшит те варианты, которые будут передо мной, и уберут кучи проблем передо мной автоматически. Что я не хочу лезть в неприятные варианты, не хочу туда наступать. Для этого нужно заранее простучать содержимое у меня за спиной. Давай сегодня простучим маму. Дорогой энергетический ум, что нужно дать маме, чтобы она расслабилась и была счастливее? Больше принятия. Я хочу больше принятия моей маме. По макушке. Я хочу больше принятия моей маме. По третьему глазу. Я хочу больше принятия моей маме. Сначала брови. Я хочу больше принятия и расслабления моей маме. Край глаза. Я хочу больше счастья моей маме. Под глазом. Я хочу еще больше счастья и принятия моей маме. Под носом. Я хочу позволения моей маме быть такой, какая она есть. В бровях. Я хочу признания ее красоты и женственности. По ключице. Я хочу больше признания ее красоты, нежности и женственности. Больше благодарности за ее заботу моей маме. По среднему больше признания ее женственности. По среднему больше любви и признания моей маме. Безымянному больше принятия ее, какая она есть. Больше расслабления моей маме. По ребру ладони. Я хочу больше принятия и расслабления моей маме. Снова положу руки на грудь. Изначально, когда ты только начинаешь вот этот таппинг, начинаешь только вот это все принимать и осознавать, там все может быть скомкано. Скомканы твои аспекты, скомкана мама, скомкан папа, вот эти все близкие люди. Но по мере простукивания это все начинает раскрываться и расцветать. Поэтому, возможно, если у тебя все скомкано, пройди этот раунд еще раз, либо просто проходи дальше, не останавливайся. И еще жми лайк под этим видео, пиши комментарии, потому что это развивает популярность канала. Поддержи меня таким образом тем, что ты что-то напишешь в комментариях, а я тебе отвечу, и мы немного пообщаемся. И еще в описании под этим видео скачивай инструкцию по таппингу, если ты еще не скачал. Посмотри ответы на самые популярные вопросы. И увидимся с тобой в следующем видео. Спасибо!